приятно. Только начинается вебинар, а уже 100 человек сидит. А? Хорошо, приятная явка. Представлюсь, пока пару минуток еще опаздывают. Представлюсь, меня зовут Светлана Робски. Кто-то знает, кто-то не знает. А вот кто меня вообще первый раз видит, поставьте единичку. Слышит, видит, вот кто первый раз пришел. Отлично. Я рада, что такие люди есть. Ой, как вас много. Здорово, здорово. Знаете, мой сегодняшний вебинар сегодня исключительно для вас, потому что вы недавно к нам присоединились, и я очень этому рада, и вы дальше узнаете, почему вы в правильном месте, в правильное время. Давайте еще момент кое-какой проясним, ну, еще минутку. Из каких городов, коллеги, вы здесь, вас 100 человек? Кто из какого города? Пятигорск, Мюнхен, ух ты, Махачкала, Барнаул, Краснодар, Дзержинск, Нальчик, с Урала, Таганрог, Дрожжаны, Волгоград, Ставрополь, Донецк, Ульяновск, Армавир, Московская область, Ростов-на-Дону, привет! Так, здорово, спасибо, спасибо, друзья. Сейчас начинаем. Начинаем. Вы знаете, сегодня я буду говорить быстро, сказать мне нужно много, а после меня будет вообще супер, не разбегайтесь. После меня выступит мой спонсор, топ-лидер компании Людмила Хлебушкина. Она расскажет впечатления и ответит на вопросы касаемо прошедшего события в Ростове-на-Дону. Было вот около 1000 человек, и ваша покорная слуга, естественно, там присутствовала. Как и на всех событиях компании. Это событие было просто мега. И сегодня я расскажу, что новенького, но не в плане продукта, вы уж меня простите, сегодня не продуктовая школа, я расскажу про продукт. Расскажу про продукт, но в первую очередь мне нужно для вас рассказать, насколько по выплатам это все дело улучшилось. Запись будет. Все, всегда запись есть, дай бог здоровья программе, которая записывает, потому что это дело непредсказуемо. Итак, сейчас расскажу про бизнес, про компанию, расскажу чуть-чуть про продукт и дам слово своему спонсору. Но в первую очередь, поехали. Меня зовут, еще раз, Светлана Робски. Я живу в Ростове-на-Дону, но всем говорю, что я живу на два города, потому что я родом из Краснодара, и этого не отнять. И я очень часто бываю в родном городе. У меня там команда, у меня там спонсор, у нас там офис. И, естественно, это часть работы. Поэтому я чуть-чуть мотаюсь. Вот кому-то погромче звук, а кому-то потише. Я, честно, искренне пытаюсь найти этот баланс. Так, значит так. И сегодня я расскажу, как можно с компанией Essence, называйте, как вам нравится, зарабатывать. Потому что это прекрасный проект. В первую очередь я разобралась, я в компании полтора года, я лидер 20%. Я считаю, что я медленно иду, но я иду верно, я точно знала, что... Черт возьми, я все это сделаю обязательно, потому что я верила. Вот если вы только начинаете, не заморачивайтесь, просто верьте и идите. И делайте то, что вам говорят наставники, и обучайтесь, ходите на вебинары. Вот сейчас у нас уже 130 человек, приближается цифра, и я уверена, еще подтянутся ребята, а еще в записи много людей посмотрят. И это здорово, потому что если вы сегодня здесь, значит, вы хотите что-то изменить в своей жизни. Возможно, моя речь на вас повлияет, возможно, нет, но я буду рада получить потом вашу обратную связь в социальных сетях. Найти меня просто и легко, но об этом чуть в конце уже расскажу.
Поехали. Если вы не знали или знали, ну, допустим, вы только-только присоединились, или вы еще вообще не присоединились, а вам скинули ссылку и сказали, посмотри, сегодня какая-то Света выступает. Так вот, я вам говорю, что компания Essence сотрудничает, захватывает рынок страны России в хорошем смысле посредством сетевого маркетинга. Сетевой маркетинг богат и в плохом, и в хорошем смысле наследием. Много компаний в 90-х годах немножко попортило эту индустрию, и сейчас люди, так скажем, только-только недавно начали обращать внимание на это как на серьезный бизнес, я имею в виду в большой своей массе. Нетворк-маркетинг, он же сетевой маркетинг, он же мультилевел, то есть многоуровневый маркетинг, это слова-синонимы, это способ, это продвижение товаров на рынок от производителя к потребителю без посредников. Еще раз повторяю, разница лишь в том, что от производителя товар, допустим, локомотив нашего бренда Essence, это парфюм, и парфюм попадает потребителю, минуя полки в магазине, кучу перекупщиков, которые наценивали бы на стоимость продукта конечную свою маржу. Вы сразу получаете продукт от производителя к потребителю. А за продвижение этого продукта на рынке своей страны, а в нашем случае это еще опережая СНГ и Европейский Союз, мы можем работать удаленно во всех этих направлениях, мы получаем вознаграждение вместо этих оптовиков, которые в классическом бизнесе сначала крупные оптовики, потом более мелкие, потом региональные индивидуальные предприниматели, магазинчики, и вот так обычно расходятся. Этим и отличается сетевой маркетинг, потому что это бизнес на коленке, грубо говоря. Итак, и вы можете зарабатывать, вы можете, во-первых, потреблять продукт, вы можете зарабатывать благодаря продвижению товара. Поэтому не бойтесь сетевого маркетинга, он не кусается, разберитесь в этом виде бизнеса, и вы поймете, что это очень крутой вид деятельности, потому что он очень сильно развивает, и он реально не имеет верхней планки по доходу. Это не работа по найму, это на самом деле очень серьезная деятельность, это образ жизни для меня. Я хочу с вами поделиться сегодня как раз кусочком своего видения бизнеса. И это моя первая компания. Я ранее нигде не работала в ничем подобном. Я маркетолог обычный самый. Я не была замечена в сетевых компаниях. Меня сюда пригласила подруга. И я ей благодарна буду еще очень много лет за то, что она вспомнила обо мне и пригласила сюда. И моя жизнь кардинально изменилась. Поехали. Компания. Давайте начнем с основателя. Это президент компании Михаил Коварш, его зовут. Довольно молодой человек, 40 лет. Он с 18 лет в сетевом бизнесе и уже мультимиллионер. В 2011 году он создал свою компанию, которая называется Essence. Основана она в Чешской Республике, в город Брно. Это кто был в Чехии, кто не был, это 200 километров от Праги. Ваша покорная слуга была в апреле 2017 года на мероприятии, которое ежегодно проходит и называется Essence Picnic. Там были представлены новинки, нас там поили, кормили, развлекали, награждали, но было очень здорово. Компания растет семимильными шагами. Сейчас дистрибьюторов в России и СНГ 142 тысячи человек, уже 143. Скажу вам больше, в прошлом феврале я делала презентацию, у нас было 35 тысяч. И вот прирост на 100 тысяч в год, и сейчас это дело дублицируется и утраивается. Поэтому не упустите свой шанс рассказать о компании, о продукте, о возможности заработать своим знакомым, потому что сейчас мы находимся в начале пути, в нужном времени, в нужном месте. Конечно, старые компании, которые давно, они говорят, как хорошо у них, как у них стабильно и замечательно, но компания Essence, она уже не такая молодая все-таки, не стартап компания, с 2011 года работает, и я считаю, что уже есть определенные заслуги, уже я дальше в конце вам покажу, люди уже добились определенных высот, но сейчас мы находимся в том этапе бурного роста, и
сейчас есть возможность заработать быстрее и больше, потому что те люди, которые не боятся трудностей, те люди, которые не боятся, что в их городе нет представителей, те люди, которые готовы брать на себя ответственность развивать свой регион, обязательно будут миллионерами, я считаю так. Это закон любой компании, не только Essence. Но здесь вы можете просто всем рассказывать, никто не знает. И главное, ваше желание изменить что-то в своей жизни. Сеанс зомбирования я проводить никакой не собираюсь. Дело за вами. Насколько вы готовы быть в наших рядах и достигать успеха, но я вам точно говорю, я разобралась, я проверила все. Побывала в Чехии специально, и я очень счастлива быть именно здесь. Головной офис компании, как я уже сказала, находится в городе Брно. Чтобы вы понимали, лично проверяла, здание реально существует, стоит. И как раз в это время выдавали автомобили BMW по второй автопрограмме, они в конце тоже. И это большой логистический склад в Брно, он практически на всю Европу отгружает, в Европе еще есть несколько складов, то есть вы можете подключать знакомых своих, и они будут по Европе там получать это все дело. Вот столько людей было на Essence пикнике, очень хай-тек здание, и здорово, что вот таким образом здание не арендованное, здание свое. И мало того, в Ростове-на-Дону, где базируется головной офис компании в России, я, насколько знаю, строится свое здание. И это круто. Это круто. То есть это не аренда, это серьезный подход к ведению бизнеса, который говорит о фундаментальности. Продукт производится на нескольких заводах компании, полностью европейское производство. Парфюмерное производство сосредоточено на немецком заводе, который находится в стране Турция. Но вы не переживайте, этот завод построен действительно немцами, там работают парфюмеры из разных стран и очень серьезный подход к производству, завод Целюс, я туда с коллегами поеду и буду оттуда вам рассказывать, показывать, это будет в июне месяце этого года, это уже будет признательная поездка от компании. Остальные все продукты производятся на чешском заводе, недалеко от Брно, есть город Опава, и завод называется Катуфарм, и производятся продукты там. То есть два мощных производства, которые усиливают качество продукта. То есть никаких производств в стране, в России нет. Я ничего не имею против, но вы знаете, все-таки есть такой момент, что нет законодательного регулирования в Российской Федерации некоторых вопросов, поэтому у европейцев все-таки более заточены на сертификацию, на стандартизацию, сертификаты есть GMP, это медицинский сертификат на продукцию, и другие. Кому интересно, можете изучить подробно и удостовериться, что я вас не обманываю. Поехали дальше. Давайте поговорим немножко о продукте. Это, конечно же, давайте с новинок начнем. Нам в Ростове представили новинки декоративной косметики. Это очень классная косметика. Я себе уже заказала. Надеюсь, завтра получу. Конечно, преимущество проживания в Ростове, но вы не расстраивайтесь. Здесь важно скорее себе взять, потестить, попробовать, сделать какие-то макияжи, потому что вообще продукт Essence это премиум класс. Я сразу вам скажу, что это не качество масс-маркета, поэтому если вас где-то может смутить цена, просто помните, что за хорошее качество все равно нужно платить. Я считаю, что нет гипервысокой цены, то есть моя моральная, моя такая планка психологическая на продукт не пройдена, я очень довольна. Уверена, продукты супер, потому что наши европейские коллеги затестили уже в Европе и уже показывали макияжи в фейсбуках, инстаграмах. Мы теперь тоже ждем с коллегами. Два новых каталога обновленных. Каталог парфюмерный, каталог косметики, каталог добавочек. У нас большая такая по здоровью тема. Я считаю, что
Это очень здорово, если это все дело постепенно пробовать, изучать и получать результат. Потому что продукты Essence, они дают определенный результат и решают задачи. Вот это самое главное. Я не буду сейчас отвечать на вопросы, поэтому вы там даже не пытайтесь. Давайте чуть я закончу и приберегите, потому что я собьюсь и... Это будет не очень хорошо, я бы хотела все-таки вот то, что запланировала, рассказать, и в конце я отвечу на ваши вопросы, что было, что будет, и Людмила Хлебушкина поддержит тоже. У нас есть определенные инструменты для работы, не говоря о каталогах еще, у нас такой вот инструмент для работы есть. Это папка с пробниками, папка клатч, внутри 60 ароматов коллекции, 40 женских, 20 мужских, 8 ароматов серии Unique, это серия такая чуть подороже, она такая достаточно для, ну не совсем массовая, но мне кажется она для гурманов, но все ароматы линейки потрясающие, 4 женских, 4 мужских там и 2 нишевых унисекс аромата к нам приехали. Это просто супер, потому что они выполнены в стилистике ароматов, один из которых достигает розничной цены 35 тысяч рублей. А у нас порядка, ну не 10 раз дешевле, но очень сильно очень. И этот такой стартовый набор, на мой взгляд, должен иметь и не один, каждый дистрибьютор, который хочет зарабатывать в том числе на продажах и знакомить людей с продуктом, потому что очень классный рабочий инструмент. У меня несколько таких папок, и они всегда в работе, несмотря на то, что я не делаю акцент на продаже. Сейчас расскажу, как это все дело происходит. Давайте следующий слайд. Вот коротко на примере нашего набора Bestseller Set. Это такой набор, вы можете его приобрести, если вы хотите сразу познакомиться с продуктами компании. Здесь представлены и каталоги серии по здоровью, и парфюмерные серии. Все это здорово, потому что сразу приобретя этот набор, вы можете удостовериться в качестве и рекомендовать его. И плюс он даст вам такую хорошую лидерскую активность 100 баллов. Ну, о баллах чуть дальше. Здесь есть серия Aloe Vera, это уходовая косметика и продукты ежедневного спроса, такие как пены для бритья, там бальзам после бритья. Это серия Colostrum, на коровьем алозиве основана. Эта серия у нас представлена и уходовой косметикой, и добавками, и пробиотиками. Мы делаем йогурты живые, и дома с семьями это дело потребляем, и это вкусно и полезно. И если рассчитать каждую порцию по цене, то выходит даже дешевле магазинных вариантов. И есть серия «Домашняя аптека». И, естественно, парфюмерные серии «Мужской и женский парфюм Юник» и классическая коллекция «Мужской и женский». То есть вы там выбираете под себя. Я считаю, что этот набор просто супер. То есть надо брать сразу, вот подключились, и рекомендуйте, возьмите себе, рекомендуйте своим кандидатам, не потому что это какой-то дурной тон, но это действительно очень классный набор, который сразу ответит на все вопросы про качество продукта Essence. Рекомендую. Итак, как мы можем, какие преимущества есть сотрудничество с компанией? В первую очередь мы можем становиться просто потребителями для себя, потому что на самом деле, вот про сетевой маркетинг я говорила в начале, основа сетевого маркетинга это как раз, вот слышали вы, да, личное потребление. То есть основа бизнеса это как раз то, что вы не продавцом сначала становитесь, а вы сначала становитесь потребителем. И вы на себе пробуете продукты, обоняние ваше вам подскажет, что это классный продукт. Вы там на себя что-то намажете, что-то вольете, что-то пшикнете, и вы сразу сможете оценить качество. И если у вас есть определенные задачи, которые нужно решить, потому что продукты там по здоровью, они достаточно натуральные и обладают хорошими свойствами. Про каждый есть отдельные такие манускрипты, составы и так далее. Вы поймете, что это супер и это можно рекомендовать. А вот рекомендации это уже про продажи. И вы пользуетесь продуктом,
искренне в него влюбляетесь, потому что я не знаю, как иначе можно здесь взаимодействовать с компанией. Я искренне люблю продукты, я ими довольна очень. И дальше вы можете продавать, то есть вы можете зарабатывать на продажах. Для продавцов, особенно парфюмерных направлений, потому что, конечно же, с парфюмом все сразу знакомятся. Локомотив нашего бренда Essence, это, конечно же, парфюм, это духи номерные. И у нас есть для продавцов такие всегда действующие акции, которые называются 8 плюс 1, это 8 флакончиков заказали, по 50 мл 9 получили в подарок, 14 единовременным заказом заказали, 2 в подарок, 18 единовременным заказали, 3 в подарок. То есть вместо, ну, кто-то, знаете, вот смотрите, кто хочет серьезно заниматься бизнесом, тот либо выбирает бестселлер сет, покупает себе набор, и получается у него такая серьезная лидерская активность, и сразу там ему капает первая комиссия, кэшбэк, да, возврат за покупки. А кто-то идет по пути 8 плюс 1, 14 плюс 2 и так далее, то есть собирает заказ на, не закупает, а собирает заказ на парфюм. И радует людей, прежде всего, себе. Я первое, что я сделала, я рекомендую своей команде так делать, подключились в бизнес, выбрали парфюм обязательно себе, обязательно своей второй половине. В мой список еще вошла вся моя семья. Мама, свекровь, свекр и так далее. И сразу, вот, пожалуйста, никакой проблемы собрать заказы на парфюмерии. Но это, для чего это важно? Там, собирать заказы или что-то? Это важно для того, чтобы, во-первых, вы зарабатываете деньги, потому что первые деньги, если хорошие, в Essence как раз на продажу. Но если вы вдруг продавать не любите, как я, допустим, ну не любите вы продавать, вы можете только на личном потреблении делать оборот ежемесячный и уже рекомендовать этот бизнес, потому что бизнес и продажи продукта – это совершенно разные вещи, как ни парадоксально, потому что создание команды – это для чего? Мы создаем товарооборот, компания нам платит деньги за товарооборот ежемесячный, то есть мы организовываем товарооборот. Для того, чтобы здесь получать серьезный доход, ну, допустим, 100 тысяч рублей, я считаю, это неплохие уже деньги. Для того, чтобы такие деньги получать, сами вы там не назакупаете, естественно, такого, да и зачем это делать. Вы просто рекомендуете людям, и люди вам подключаются, делают покупки, кто-то себе покупает, кто-то продает, кто-то также подключает людей, создается ежемесячный определенный товарооборот за календарный месяц. Все, вы получаете свою комиссию за свою работу, и эта комиссия может быть с кучей нулей после единицы, поэтому не думайте, что это сложно. Это не сложно. Для того, чтобы научиться, есть школы по четвергам, есть ваши наставники, которые обязательно вам помогут. Итак, про создание товарооборота. Вот мы как раз получаем комиссию за то, что мы делаем покупки в нашем магазине. Мы пользуемся зубной пастой, мы пользуемся тональным кремом женщины, мы еще употребляем алоэ гели замечательный, мы пользуемся парфюмом, у каждого из нас, у каждого лидера есть парфюмерный аромагардероб и где-то ароматов с 5, наверное, минимум, потому что ароматы покупаются уже по случаю, по настроению надеваются, это уже такая целая ароматерапия определенная. Поэтому компания нам за это платит, и продукция измеряется в баллах. Баллы даются на каждый продукт определенные. Почему баллы? Потому что валюты разные в разных странах, и нужно как-то упорядочить эту систему, и принято всегда в сетевом бизнесе за основу баллы. Ну, у нас 1 балл – это 1 евро, соответствует, это нужно лишь для выплат. Но вы знаете, что вы создали на какой-то определенный момент, календарный месяц, какой-то товарооборот в баллах, и вы получаете за него комиссию. Так, я сейчас чувствую, мне... Простите. Так, скрою чат, честно, не могу читать, отвлекаюсь. Дальше. Что я еще хочу сказать на эту тему?
У нас есть стартовый набор, как я уже сказала, и вы можете приобретать не один стартовый набор, а несколько, и раздавать его своим будущим клиентам, и вы будете получать отличный доход. Но, говоря о том, как создавайте команду, да, как вот идти двигаться в этом направлении, потому что это самое прибыльное направление, вам нужно сделать следующим образом. Вам нужно разобраться с нашим маркетинг-планом. Это план комиссионных вознаграждений. Вот он здесь указан. Да? Маркетинг-план – это такая лестница, лестница успеха, ее называют карьерная лестница, как хотите. Она в высоту еще определенно есть, но самое главное, что вы должны выучить, сколько баллов, конечно, на каждой позиции находится и сколько выплат за каждый вот этот пройденный ранг. То есть каждый месяц мы создаем со своей командой определенный товарооборот, это все дело суммируется, это все дело выводит вас на какую-то ступеньку. Можно сразу на 3, можно сразу на 12 и так далее. То есть понимаете, да? Это от вас лишь зависит. У нас есть бизнес-планирование, как выйти, вот, например, на 28%, это 15 тысяч баллов оборота команды, это серьезный уже лидерский уровень, и он достигается идеально, конечно, при бизнес-планировании. Мы пишем цели, мы пишем, как мы будем идти каждый месяц, потому что, согласитесь, поставить себе одну большую цель, эти 28%, ее легче достичь, если ее разбить на маленькие цели. Поэтому посмотрите, пожалуйста, в школе в записи по целеполаганию. Это все вот про то, что как достичь таких высот. Да? И каждый месяц мы достигаем каких-то позиций или мы их удерживаем. Каждый месяц идем. И первая базовая позиция, первая лидерская позиция базовая – это 17%, 4000 баллов ваша команда товарооборот делает. Я дальше расскажу, какие бонусы за эти позиции уже компания предоставляет, потому что вы, если в других компаниях были, каких-то, вы обязательно видели, да, что такие есть похожие маркетинг-планы, и для того, чтобы достичь каких-то высот, нужно, честно говоря, пахать годами. В нашей компании с первой базовой позиции 17%, у нас многие на нее выходят за полгода, кто-то за год, кто-то за полтора, но никак не за 3, не за 4, не за 5 лет, как в других компаниях. И эта позиция дает первую зарубежную поездку в Турцию на неделю, all inclusive, с партнерами компании потусоваться, съездить на часть производства, получить колоссальное удовольствие, это абсолютно пятизвездочный отдых, и вы можете открыть первую автопрограмму. У меня следующие слайды по автопрограмме. Первая машинка уже может быть достигнута здесь. Если вы хотите обновить свою, как я сейчас, если вы хотите себе, вообще у вас машины нет, вот, пожалуйста, это как раз про то, что называется бонусами сверх заработной платы, сверх той комиссии, которую будет вам платить компания, да, потому что вот этих вот циферках это с нескольких сотен рублей начинается и заканчивается бесконечностью, ну, здесь примерно где-то, может быть, 150 тысяч рублей точно будет, почему нет, согласитесь. 25%, вторая базовая позиция, от нее начинается поездка за рубеж, у нас, как правило, на день рождения компании. В прошлом году была Венеция. Наши лидеры ездили от 25%, то летали в Венецию. Позапрошлом это была Вена, Австрия. В этом году у нас будет Санкт-Петербург, но это будет абсолютно лакшери отдых, потому что компания делает все на высшем уровне абсолютно. Я смотрела фото-видео, слушала наставников, и я понимаю, что компания у нас не мелочится на заслуженный отдых для тех, кто хорошо работал. Поэтому у вас есть вот такая отличная возможность выйти на 25% к лету. Летом это все дело подтвердить, и в октябре мы поедем с вами на отдых, VIP-отдых с компанией. Правда, это возможно, поверьте мне, я самый большой суперскептик, но я точно могла
удостовериться в этом уже за это время, за те полтора года, что я в компании нахожусь. То есть вы понимаете, что вот здесь ниже в окошечке написаны, ну, вы маркетинг-план можете в личных кабинетах в разделе «Скачать загрузка», вы можете посмотреть уже там более подробно, скачать себе, изучить его, что над чем идет, и примерные выплаты, да, на каждой позиции. Но всегда хочется больше, согласитесь, вот хочется больше выплат. И компания на кик-офф, на событии кик-офф в субботу, а кик – это такой толчок, пинок в боксерском, в боксерской терминологии, такой пендель волшебный, если можно так выразиться. Это дело понимает, что новички должны получать еще больше денег, потому что новичкам тяжелее всех. И вот компания делает уже с января, ну то есть для тех, кто зарегистрировался еще в январе в нашей компании, делает такой классный бонус, называется он «Быстрый старт». То есть вы знаете, что где-то, если вы выходите на, 9% маркетинг-плана, это примерно там, ну, 5, 6, 7 тысяч рублей. Там. А сейчас, ну, в зависимости от количества там, веточек, но мы сейчас не будем в это углубляться. А на 12 там, это где-то там, может быть, 15 тысяч рублей и так далее. И компания сейчас делает дополнительную мотивацию для тех, кто присоединился к нам. Это называется быстрый старт, бонус быстрого старта. То есть вы присоединились в компанию, допустим, в феврале, и вам нужно достигнуть, допустим, в первом целом месяце, а целый месяц это не февраль будет, а март, подтвердить в апреле, и вы получите дополнительное вознаграждение. То есть вы минимально получаете уже какое-то за уровень 9-12 и так далее процентов, от 9 считается, и компания вам на этих уровнях еще доплатит. Если вы вышли на 9, вы еще 1750 получите, еще, это наличные, понимаете, это не товаром. У нас не компания прямых продаж, у нас компания сетевого маркетинга, она платит деньгами, а не товаром, запомните эту разницу. На 12% 3500, на 17% 10500, на 20% 17500 и так далее. Если, то есть вы подключились к нам в феврале, в марте-апреле вы выходите минимум на 9 и вы получаете дополнительную комиссию. Вы можете сейчас людям это предложить, и они увидят в этом отличную возможность. Я вам рекомендую. Это был бонус быстрого старта. Сейчас коротко про маркетинг, про маркетинг-планы еще расскажу. У нас есть второй маркетинг-план, вы помните, да, вот первый заканчивается вот серебряный менеджер. Увидели, да, 28%. Есть же еще и выше. Gold менеджер, золотой менеджер, это когда у вас три человека в команде, минимум три, лучше больше, достигли квалификации 17% вот этой. То есть трое, у вас три разные веточки, достигли минимум этой квалификации, вы переходите в статус золотого менеджера, gold менеджера. Это уже доходы за там, 200 как минимум тысяч рублей. Вы получаете еще долю от оборота компании. Вы получаете поездку, каждую поездку заграничную на двоих, а не на одного человека. То есть это прям абсолютно серьезный уже лидерский уровень. Если потом ваши веточки подросли до 10 тысяч баллов каждая, это ваши веточки стали 3 по 25 минимум, 3 веточки. То есть это 3 человека, которых вы подключили или ваши люди в команде. И они подросли, получили результаты, они вывели вас на позицию платиновый менеджер. Это уже практически миллионеры. У нас есть такие примеры в компании, поэтому все реально. Можете ознакомиться обязательно с этим маркетинг-планом, вы должны это реально знать. Как только вы, например, 9 месяцев подряд в календарном годе каждый месяц становитесь золотым менеджером, вы еще получаете 13-ю зарплату, она платится единоразово, ежегодно, в январе. Это в этом году у менеджеров золотых составило порядка 300 тысяч рублей, чисто премия, и 13-я зарплата, и у платинового менеджера она составила
порядка 600 тысяч рублей. Единоразовая выплата, не шутка. Это действительно так. Кто был на кик-офф в субботу в Ростове, это все своими глазами видел. Но это правда так. Есть компания щедро вознаграждает своих людей. Есть еще четвертый глубинный маркетинг-план. Глубинный – это значит, что когда вы подробности вдаваться не буду, вы изучите сами, когда вы, есть такое в сетевых компаниях, когда у вас там лидер подрастает, он потом обрезается, его ветка от вас, вы выплаты не получаете, то есть вы работу проделали, лидера вырос, и все, потом доход с него ноль. Куча таких сетевых компаний, причем очень известных. У нас этот момент обязательно был учтен, и у нас есть выплата за уже за лидерские квалификации, за глубину, за лидеров. Обязательно изучите этот момент. А теперь давайте о суперприятном поговорим, чтобы не про цифры, да, и у меня немножко времени еще осталось. Сейчас хочу сказать, помните, да, я вам говорила про базовую позицию. Про базовую позицию обязательно... Сейчас, секундочку. Вот она, базовая позиция, это первая, 17%. Что вас ждет, дорогие мои? Что вас ждет? Итак, во-первых, это автобонус. Ну, давайте начнем так. Это автобонус. У нас есть автопрограмма «Стандарт». Это кредитная программа. Автомобиль Kia Rio вы можете взять. Ну, или, насколько я знаю, любой автомобиль белого цвета, любую иномарку. До 1 000 000 рублей новую в салоне. Это потрясающая возможность сменить автомобиль. И компания выплачивает за вас эти кредитные условия, закрывает. Я считаю, что это очень здорово. Если вы развиваетесь в компании, у вас долгосрочный проект, долгосрочное сотрудничество, так зачем? Вы взяли машину, она ваша, ваш ПТС, все ваше. Вот я в этом году тоже планирую скоро взять. И я считаю, что это прекрасно. Я езжу на автомобиле, который оплачивает мне компания. Это имидж. Все спрашивают, автомобиль будет работать на вас, не говоря о том, что это вообще новый автомобиль, и на новом приятнее ездить, чем на старом 15-летнем, как в моем случае. И вот сколько уже людей, это минимум не все, достигло этой квалификации, получили автомобили, наши партнеры в России уже много автомобилей выдано, поэтому 17% достигли, удерживайте, растете, пожалуйста, можете открывать автопрограмму. Я считаю, что это здорово. Дальше. У нас есть, помните, другая базовая позиция. Это уже про день рождения компании, про поездку, да, про такой лакшери, как сейчас модно говорить, отдых. Это позиция 25%, и это уже отдых поинтереснее, машинки подороже. Значит, это отдых уже автомобили, у нас есть Hyundai Creta, сейчас я вот про них покажу. Это такой новый новомодный кроссовер, это автомобиль можно приобрести у компании в рассрочку. Это не кредитная программа, это программа рассрочки. Очень удобно для тех, кто там с кредитом не хочет связываться, кредитные истории какие-то не такие. И это вот как раз вы заключаете договор с компанией, там компания платит КАСКО, ОСАГО за нее все. Вы ездите замечательно, пользуетесь, и через 2 года автомобиль ваш. Это отличная возможность. Вот сколько людей уже, включая наших лидеров, себе приобрели этот кроссовер и очень, очень рады. Но это не последняя автопрограмма, компания нас балует. Расскажу следующее. У нас есть еще автопрограмма VIP. Это как раз от уровня золотого менеджера и выше. Автопрограмма VIP подразумевает, что вы можете участвовать в этой кредитной программе. Вы можете приобрести автомобиль премиум-класса. Это любой автомобиль BMW, Mercedes или Audi, то есть 3 марки на выбор. У нас нет такой жесткой привязки к бренду какому-то, вот только Mercedes. Да? Ну, вот если человек любит BMW, ну, почему он должен, да, только с Mercedes'ами работать? Поэтому у нас есть BMW, Mercedes или Audi. Я считаю, что это классный выбор. Каждый может выбрать себе автомобиль и стремиться к нему. И компания также делает выплаты, автомобиль ваш с самого начала, все ваше, ПТС ваше, компания закрывает вам ежемесячно кредит на протяжении 48 месяцев. Все.
никаких проблем. И с 25 это уже день рождения компании, это уже дресс-код такой серьезный, это такой настоящий бал с серьезным развлечением, отели, гостиницы. Вот я думаю, что компания нам в Санкт-Петербурге сделает уже здорово и такой интересный отдых. Я была в Санкт-Петербурге дважды, например, но это было как-то один раз в детстве, в юности, второй раз это было как-то очень мельком. Я не насладилась Санкт-Петербургом настолько, насколько хотелось бы, но поверьте мне, наслаждаться Санкт-Петербургом, когда у вас все хорошо с финансами, и еще компания у вас там гуляет и фестивалит, это другое совершенно, понимаете? Поэтому я считаю, что мы должны стремиться к тому, чтобы к лету 25%, и, пожалуйста, можно заказывать себе отличный отдых. Поэтому я думаю, что это очень все здорово. Так, что еще хотела вам рассказать? Я вам хотела рассказать про Essence Kickoff, который прошел, это буквально 2 минуты, потом я предоставлю слово Людмиле Хлебушкиной. Essence Kickoff – это мероприятие, которое проходит всегда в головном городе России Essence в Ростове-на-Дону. Компания не зашла в Москву, не зашла в Санкт-Петербург в качестве представительства, чем вообще, честно говоря, удивило других, потому что история компании началась из Ростова, у нас очень активно развивается, конечно же, юг страны, конечно же, Кавказские республики, потому что все рядом, все здесь доступно, складская система чуть уже более развита, но поверьте, что и партнеры, и с Урала, и с Сибири, и с Дальнего Востока уже активно работают, есть уже лидеры, и если вы, допустим, живете не близко или живете в сопредельной стране, то у вас, я считаю, прекрасные возможности стать большим лидером бизнеса. Для этого нужно всего лишь устойчивое желание не сливаться в первый год, как я говорю, а лучше полтора первые года, и делать определенные шаги, и учиться, и применять эти навыки, потому что, я считаю, нет бизнеса легче и прекрасней, чем сетевой, но только если вы любите общаться с людьми и вообще положительно настроенный человек, только так. И вот на фотках вы можете увидеть, я коротко вам представлю, это слева вверху, это Ули Вальтер, наш тренер, он немец, он 20 с чем-то лет, 25, наверное, лет в сетевом бизнесе, сейчас он, конечно, уже тренер нашей компании, очень большой профессионал, положительный человек, каждый из вас может с ним лично общаться на Facebook, у нас там вообще большая диаспора эстеновцев из Европы и России, поэтому присоединяйтесь. Если вы по-английски чуть-чуть говорите, то здорово, там можно черпать информацию. Это Карло Кавассори, насколько я знаю, человек номер один Италии, итальянский лидер, приехал поддержать Kickoff, поддержать президента. Очень положительные все люди, большие лидеры, к которым стоит стремиться. Это справа внизу я с президентом компании Михалом Коважем. Он всегда очень позитивно настроен, очень добрый, порядочный человек. Мне вообще было важно, кто президент компании, насколько он такой открытый, насколько он профессионал, насколько его миссия совпадает, ценности совпадают вот с моими ценностями. Михал потрясающий, мне кажется, очень. Есть у него много чему поучиться. И вы знаете, было очень приятно, когда я отстояла очередь, когда уже с ним фотографироваться, потому что понимаете, что это суперзвезда, естественно, главное лицо компании. И когда я подхожу к нему, он говорит, я говорю, здравствуйте, Михал. Подхожу к нему, он говорит, здравствуйте, Света, как ваши дела? Он меня знает, просто я обычный дистрибьютор из России, вот без лукавства, на 142 тысячи человек. Да, я что-то где-то мелькала, но понимаете как, он очень многих знает, он за многими смотрит, ставит лайки, поздравляет с днем рождения. Ну, настолько душевный человек, я
таких не встречала, чтобы он был такой родной, понимаете? И вот здесь уже на фото я и мои вышестоящие спонсоры Юлия Смогилова и Людмила Хлебушкина. Я рада, что я в такой сильной команде тренеров, поэтому с удовольствием хочу передать слово Людмиле Хлебушкиной, которая расскажет про тиков, как все было.